Давайте для начала напишем самый простой объект итератора. Наш объект, каждый раз, когда мы будем запрашивать следующий элемент, будет возвращать случайное число из диапазона от 0 до 1. Давайте для начала напишем пустой класс RandomIterator. Мы ожидаем от экземпляров этого класса, что от них будет возможность вызвать функцию next, и она будет возвращать случайное число из диапазона 0,1. Пока что, если мы в данный момент запустим нашу функцию, мы увидим type error. Она говорит, что экземпляр нашего класса RandomIterator на самом деле не является итератором. Для того, чтобы экземпляр нашего класса стал итератором, необходимо внутри нашего класса определить метод next. Давайте вместо pass здесь напишем имя метода next, также с двух нижних подчеркиваний. И пока что пускай оно будет возвращать значение нуля. Когда мы запустим данный код, мы убедимся в том, что значение следующего элемента от нашего итератора, оно как раз таки равно нулю. То есть на самом деле, когда мы вызываем функцию next от какого-то объекта x, это эквивалентно записи вызвать метод два нижних подчеркивания x, два нижних подчеркивания от самого объекта x. То есть таким образом мы считаем, что x является итератором тогда, когда у него есть данный метод next. Теперь давайте определим нужную нам функциональность. Мы хотим, чтобы вместо нуля у нас возвращалось случайное значение из диапазона 0,1. Мы будем использовать функцию random из библиотеки random. Давайте сделаем from random input random. И здесь мы будем возвращать, собственно, значение функции random. Тогда мы убедимся в том, что при запусках мы действительно будем получать различные значения, случайные из диапазона 0,1. Давайте обратим внимание на то, что в данный момент данный итератор будет генерировать бесконечную последовательность, потому что мы не определили у него поведение, когда он должен бросать ошибку stop iteration. Давайте напишем конструктору нашего класса. Наш конструктор будет принимать один дополнительный аргумент. Это будет число k. Это будет именно то количество случайных чисел, которые бы мы хотели, чтобы перебирал наш итератор. Давайте запомним его в качестве атрибута нашего экземпляра, а также в качестве атрибута нашего экземпляра инициализируем число i. Это число уже перечисленных нашим итератором случайных чисел. Мы инициализируем его нулем. Теперь давайте самую малость модифицируем наш метод next. В том случае, если счетчик, который хранит число уже выведенных элементов, меньше числа запланированного числа, то есть то число, которое мы передали в конструктор, то мы должны вернуть наш случайный следующий элемент. При этом мы также должны запомнить, что мы его вывели, то есть увеличить счетчик на 1. В том случае, если наш счетчик уже равен числу элементов, которые мы планировали перечислить с помощью нашего итератора, то мы должны бросить ошибку stop iteration. Тогда, чтобы данный код успешно запустить, мы сначала должны передать число k в конструктор, пускай мы хотим вывести 3 случайных числа. Затем давайте, собственно, выведем 3 случайных числа с помощью, используя наш итератор, а затем попробуем вывести 4, чтобы убедиться в том, что произойдет ошибка stop iteration. Когда мы наш код запустим, мы убедимся в том, что мы действительно сначала вывели 3 случайных числа из диапазона 0,1, а затем действительно произошла ошибка stop iteration. Хорошо, мы написали итератор, который перечисляет случайные элементы до тех пор, пока не выведет нужное нам число элементов. Однако можем ли мы теперь сразу его использовать в цикле for? Для того, чтобы мы могли использовать наш итератор в цикле for, мы должны уметь вызывать функцию iter от нашего объекта x. Если мы попробуем исполнить данный код, то мы опять же увидим type error, который говорит нам, что экземпляр класса RandomIterator не является iterable, то есть он не является перечислимым, и мы не можем перечислить его элементы с помощью цикла for. Чтобы мы могли вызвать функцию iter от нашего объекта x, то есть чтобы мы могли посчитать, что по нашему объекту можно итерироваться, мы решаем проблему подобным образом, как и с методом next. Мы на самом деле определяем внутри нашего класса RandomIterator метод iter. Как мы помним, функция iter должна возвращать экземпляр итератора. Поэтому в случае с итераторами чаще всего метод iter возвращает именно self, а в случае с классами, которые мы хотим перебирать, мы возвращаем именно экземпляр итератора. Теперь, когда мы описали метод iter внутри нашего класса RandomIterator, мы можем его использовать в цикле for. Давайте попробуем. Мы можем на самом деле написать вместо всей данной конструкции, перебирая вот случайный x из нашего RandomIterator, допустим, мы хотели бы перебирать 10 случайных чисел, и можем распечатать значение нашего случайного числа x. Когда мы исполним данный код, то мы в действительности увидим, что мы перебрали 10 случайных чисел из диапазона 0,1. Мы с вами разобрались, что для того, чтобы объект можно было проитерировать, то есть перечислить его элементы, у него должен быть определенный метод iter, который возвращает нам итератор. А для того, чтобы объект являлся итератором, у него должен быть определенный метод next.
Давайте попробуем определить, как ведет себя метод iter для какого-нибудь нашего собственного класса. Давайте попробуем написать класс MyList от наследованного листа таким образом, чтобы каждый раз, когда мы итерировались по объекту класса MyList, мы бы перебирали элементы парами. Прежде всего, стоит отметить, что метод iter уже определен в нашем классе list, поэтому если бы мы использовали наследование, но при этом не определили наш метод iter внутри самого класса MyList, а написали бы, допустим, pass, то когда бы мы перебирали элементы внутри нашего экземпляра класса MyList, то этот перевал вел бы себя в точности так же, как и перебор элементов обычного списка. То есть мы бы вывели элемент от 1 до 3. Поэтому у нас все-таки возникает необходимость определять свой собственный метод iter, который бы возвращал нам итератор, который бы вел себя нужным нам образом. Давайте с вами пишем класс итератора, который принимает список элемента, которого мы хотим перебирать парами, в конструктор. Давайте сделаем в нашем итераторе примерно то же самое, что мы писали и до этого. Давайте запомним атрибутом нашего экземпляра итератора ссылку на список элемента, которого мы хотим перебирать парами, а также запомним число элементов, которые мы уже перебрали. Мы инициализируем его нулем. Затем, если число элементов, которые мы уже перебрали, меньше длины нашего списка, давайте добавим к нему 2 и выведем 2 элемента из нашего списка целиком парой. А если все-таки больше или равно, то давайте бросим ошибку stop iteration. Осталось лишь убедиться в том, что то, что мы написали, в действительности работает. Давайте переберем пары элементов в экземпляре объекта MyList, который мы передадим в список 1, 2, 3, 4. Когда мы выведем на экран пары, то мы действительно убедимся в том, что мы перебираем объекты из нашего листа именно парами. Однако у итератора, который мы написали, есть очевидный недостаток. Если передать в конструктор MyList нечетное число элементов, то наш итератор сломается, когда попытается вывести последнюю пару. Давайте просто добавим пятерку в конец нашего списка, попробуем запустить данный код и убедимся в том, что когда он сформирует первые две пары и начнет попытку сформировать третью пару, мы получим индекс error. Дело в том, что последний элемент нашего списка окажется здесь, а как следствие индекс данного элемента уже окажется вне списка, и поэтому мы не сможем составить последнюю пару. Однако даже несмотря на то, что данный код исполняется неправильно при последовательностях нечетной длины, мы решили именно ту задачу, которую себе ставили. Мы хотели выводить элементы списка парами. То есть мы смогли сами определить свое поведение для своего класса, если мы перебираем в нем элементы с помощью цикла for.